Основная задача нашего отдела – это постройка взаимоотношений между нашей компанией и нашими клиентами, для того, чтобы наши клиенты всегда были довольны сервисом нашей компании, и это для нас основная цель – удовлетворенность наших клиентов. Различными способами мы боремся за любовь наших клиентов – это и разработка различных предложений для наших клиентов, это улучшение качества сервиса для наших клиентов, улучшение качества обслуживания, анализ наших предложений и прочего. Все, что мы делаем в нашем отделе, в том числе и работа с оттоком, программы лояльности, все что угодно, все нацелено на то, чтобы наши клиенты были довольны и почувствовали нашу любовь. Различные предложения существуют на рынках B2B и B2C, но тем не менее мы понимаем, что работают одни и те же люди. Это наши клиенты B2C, когда они приходят на работу, они становятся нашими клиентами B2B. Поэтому подходы зачастую должны быть разные. Разница в тарифных предложениях, но наша лояльность и наше отношение к ним, оно должно быть абсолютно одинаково. Очень полезное мероприятие. Я хочу сказать большое спасибо организаторам, что проводится именно такого рода мероприятие. И очень важно, что здесь представлен не только телеком-сектор, потому что мы можем и должны брать что-то. Вот я как представитель телеком-сектора, да, я хочу что-то посмотреть новое из другого взгляда, из банковского сектора, и я готова поделиться своими наработками. Если вот это происходит, а я думаю, что это цель мероприятия, в том числе одна из целей, то это очень важно.